Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Не забываем подписаться, ставить лайки. Данная посылочка, сейчас мы ее вскроем. Посмотрим, что у нас тут-то такое выйдет. Так, как и ожидалось, у нас здесь ювелирные весы. Так, сейчас мы их быстренько проверим. Так, что у нас тут? Максимум 200 грамм, минимум 0,1 грамма. Сейчас мы их быстренько откроем. И у вас ссылочка на данный продукт будет в описании. Заходим, смотрим, стоимостью 5 баксов. Так. Ага, это у нас в таком вот. Вот так вот открывается. Батареечек, наверное. Ага, батареечек у нас здесь нету. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Так, есть какие-то батареечки. Так, мизинчиковые батареечки, 2 штучки. Сейчас проверим, или они у нас. Ага, засветилось все это дело. То есть работает. Так, ставим. Вот нули у нас показывают. Берем наши ювелирные изделия. У нас в виде эксперимента будет обручальное кольцо. И проверим его. 1 грамм 94 сотых. Почти 2 грамма у нас есть. Вот. Такой вот у нас весы. Тут надо еще изучать, что мы тут меряем тоже граммы. Так, 4 грамма 25. 4,25. Данные ювелирные изделия. Так, ну весы у нас все работают. Так, кнопка выключения. Так, обнулить, это у нас что? А, подсветка. Так, это кнопка на подсветке. Это у нас по ходу запоминания. Так, ну вот такие вот у нас ювелирные часики. Самое главное, что у нас оно все дело. Тут видите, какие-то всякие переключения. Не дать измерительных. Ну, у нас надо нам грамм измерять. В принципе, нам ничего не надо. Это мы все дело. Так, инструкция, что у нас тут по инструкции? Это все дело. А, инструкция есть на английском. На английском можно будет быстренько изучить. Изучить это все дело, проверить. Трошки у нас, конечно, тут перебивается. Ну, вот такое вот у нас дело. Будем проверять на всяких разных монитосинах. Так, что у нас здесь? Вот одна копейка. 4,32. То есть 5 копеек. И 3 копейки. И 3 грамма. Это 5-й ход. Так. Ну что ж. На этом будем заканчивать наше видео. Ждем. Далее будет еще более и более интересное видео. Ссылка на данный продукт с ценой в описании. Переходим, можем заказать. Думаю, такая вот штукенция в хозяйстве так и пригодится. Напомню, что можно взять до 0,5 килограмма, 500 грамм, 50 килограмм, так, 200 грамм, 50 грамм, 100 грамм. У нас данный продукт на 300 грамм. Максимальные. Похибка 0,01 грамма. Вот такой. Нигде не указано, что это китайский. Вот такой вот. Что ж, ну что, не забываем подписаться, ставить лайки, писать комментарии. До новых встреч на YouTube. Всем пока.